Всем нам известно о трагических событиях, которые произошли в Курдайском районе Джамбульской области в селах Масанчи, Булар-Батыр в ночь 7 на 8 февраля этого года, имеющие тяжелые последствия. Во время этих событий к нам через границу перешли несколько тысяч граждан Казахстана. В основном это женщины, дети и старики. В этой связи хочу поблагодарить от имени Дунганского этнического сообщества нашего президента Сооронбай Шариповича, пограничную службу МВД, администрацию Чуйской области, мэрию города Токмок, администрацию Исакатинского района, главы Айылкметы данного района, Ассамблею народа Кыргызстана, кыргызский народ и особенно жители Чуйской области за поддержку и помощь, оказанную в размещении, открытии пунктов приема для оказания гуманитарной помощи во многих районах Чуйской области и в городе Бишкек. Уважаемые коллеги, все это является большим примером дружбы и сотрудничества с соседними братскими государствами. В телефонном разговоре между президентом Казахстана и президентом Кыргызстана наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович выразил соболезнования от имени народа Кыргызстана родным и близким пострадавшим в результате событий в Курдайском районе. Он отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты. Спасибо многим депутатам и членам правительства, которые звонили мне в эти дни и выражали слова поддержки и оказания помощи. Также хочу поблагодарить президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который взял под личный контроль по стабилизации и улучшению ситуации в Курдайском районе и возвращении своих граждан на родину. На сегодняшний день, по данным пограничной службы, многие граждане Казахстана уже вернулись домой и возвращаются. Мы, граждане Кыргызстана, прежде всего должны сохранять мир, стабильность и согласие в обществе. К сожалению, мы сегодня видим, насколько мир может быть хрупким, что по причине каких-то бытовых или мелких проблем может возникнуть пожары. Также видим, что на возникновение нестабильности и беспорядков очень сильно влияют фейковые, ложные и провокационные сообщения в социальных сетях. В связи с этим, уважаемый Дастанбек Артисбекович, прошу вас дать протокольное поручение правительству по разработке законопроекта. Кош поила? Вакыт кош поила? В связи с этим, уважаемый Дастанбек Артисбекович, прошу вас дать протокольное поручение правительству по разработке законопроекта о повышении ответственности за фейковые и ложные сообщения провокационного характера. В этом есть острая необходимость для поддержания мира и спокойствия. Спасибо.